Пошло, нет? Ага, пошло. Вот смотрите, первый раз в жизни у нас наша электричка опаздывает на целых 5 минут. Даже на 6. Из-за этого мы можем опоздать на обратную. Посмотрим, может быть, наверстает в дороге. Давайте будем ждать. Сегодня подвела, опаздываю наш на 6 минут, поэтому теперь бежим обратно, сломя голову. Мы спешим! Мы спешим! Побежали! Мы спешим, мы бегом побежим! Успели. Мороз, красный мороз. Алло, короче, успели, мы сегодня просто...